Во время своего визита на землю Франца Иосифа Владимир Путин встретился с участниками научной экспедиции Института проблем экологии Российской академии наук. Основная задача ученых в Арктике – изучение белого медведя. Впервые в России за этими животными началось наблюдение с помощью спутниковых передатчиков. Одна из главных проблем, которая возникает сейчас в жизни белого медведя, то, что меняются пути его миграции. Из-за того, что меняются климатические условия, меняется обстановка экологическая в Арктике. И наша задача – исследовать эти пути перемещения, как эти животные перемещаются, где они находятся, где они на какое время остаются. Для того, чтобы это изучить, мы делаем такие спутниковые ошейники и по ним снимаем координаты с определенной периодичностью, где эти животные находятся. Здесь колесо есть, хороший мальчик. Важно то, чтобы такие природоохранные проекты, научные проекты, развивались и дальше, потому что видов, которые находятся в очень сложном состоянии, которые занесены в Красную книгу, в том числе Российской Федерации, а белый медведь занесен в Красную книгу Российской Федерации, вот, они требуют изучения. Прощаться. Здорово. Лапа тяжелая. Хозяин Арктики.